115 писем и 26 обращений в суд. Профессор Есенгазы Куандык уже несколько лет пытается восстановить свое честное имя. Неугодный преподаватель разоблачал коррупционеров в учебном заведении, за что был быстро уволен по сфабрикованному, по его словам, делу. Профессора обвинили в том, что он якобы собирал подписи студентов под обращением против действующего на тот момент правительства и лично Карима Масимова. Меня обвиняют, что я якобы оскорбил бывшего министра Жумагулова. Я про него какую-то статью писал, якобы. Потом ректора я оскорбил, директор института оскорбил. И собирал подписи, 10 тысяч подписей вроде, против отставки министра Масимова. Я вообще во сне не видел. Такого отношения не имею никакого. Понимаете, где опубликовано, кто это собирал, мне неизвестно. По логике ректора вуза Есенгазы Куандык практически провел свой мини-референдум, потому как собрать 10 тысяч подписей – дело не из легких. Правда, сам профессор, хоть и преподавал политологию, в большую политику не лез. Его скорее волнует вопрос коррупции и низкого уровня высшего образования. По словам Куандыка, большая часть подписей студентов, которые есть на листах с жалобой на него, поддельные. Доучиваться им осталось немного, поэтому за правду, а значит и за отчисление из вуза никто не пойдет. Я предполагаю, что профессор Куандык видимо, та личность, которая говорит то, что думает, и, пользуясь случаем, решили вот таким образом его устранить, то есть избавиться, для того, чтобы он свои критические, может быть, в том числе и высказывания и в адрес сегодняшнего действующего правительства, для того, чтобы, как говорится, не ранить молодое, не сформировавшее создание, как говорится, поколения студентов. В районном суде частную жалобу Есенгазы Куандыка все же приняли. Он обвиняет вуз в клевете, потому как никаких подписей против правительства не собирал. Уже несколько лет опытный политолог сидит без работы, а будущей профессии его студентов учат те, кто выжил честного преподавателя из «Альма-Матер». Thank you.